Подписывайтесь на Телеграм и приходите на стримы. Я хотел лесоруба попробовать. Появляется больше деревьев, они уничтожаются за удар. Дальность сбора плюс 50, выпадающие из деревьев материалы плюс 100. Размер карты плюс 33, враги плюс 25. Выпадающие из врагов материалы минус 50, скорость врагов плюс 10, минус 50 к урону. Я хотел попробовать сыграть на нем от инкама тоже. Иначе бессмысленно играть. Нужно как можно быстрее получить сбор, как можно быстрее получить одну латошку. Иначе реально ноль смысла играть. Скорость бега будет позже. Сперва нужно... А, блин, это кто пишет? Я понял. Все, не читаем сообщения от этого человека. Вот. Там была удача? Окей. 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 Там была удача, но начало положено. Начало положено. Замутить? Ну, ладно. Давай на 20 минут, может, передумаешь. Так, скорость атаки нам будет полезнее, чем урон. Можем взять. Спор. Ролл. Ролл. Спор пока все еще. Рубашка дровосека нам ничего не дает. Прекрасная вторая ладошка. Можем даже заролить. Еще одна ладошка! Охуеть, и шокер! Скорость в удачу не размениваем. Все, забег стартанул. Если мы это просрем, будет печально. Потому что лучше старта не придумать. Третья волна у нас фулл эквип по оружиям. Кайф. Разобрать. Ролл. Пока все еще сбор. Шокер. Блин, очень хорошо идет. Но у нас отличный инкам, но у нас пока ничего нету, конечно, для того, чтобы жить. Нужен мувспид, здоровье, броня. Но грех жаловаться. Еще удача нужна, конечно. Для деревьев. Давай, 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 давай. Черт, там еще два дерева. Разобрать. Возьмем. Или не возьмем. Ладно, возьмем. Отличная броня. Почему мне уже в 500-й раз рубашка дровосека? Так, уродливый зуб. Пригодится. Переживем. Мувспид компенсируем удачей. Шанс удвоить ценность материалов. Тоже возьмем. Хорошо завозит пока что. Очень хорошо завозит. Ну, надеюсь, в этом сундуке лежит красный предмет, потому что у меня 10 удачи. Этого не добежим. Бессмысленно. Я думаю. Так, хорошая броня. Не будем даже ролить. Окей. Еще сбор. Купон, ну...
Ну, я думаю, окупится. На шестой волне взяли. Не супер поздно. С другой стороны, я вряд ли буду покупать слишком дорогие предметы. Неплохо наспамила. 5 деревьев расходников падающих будет намеренно. Я знаю. Я знаю, что будет расходников много, но... Но мне кажется, все-таки это не наш основной хил будет. Но посмотрим. Может быть, я не прав. Я оставлю один шокер, просто потому что это уклонение дает. Так, скорость атаки. Я уверен, что это прям нужный стат. Еще один купон. 10% уже интересно звучит. Ну не, к черту. Игра на бесконечном окупе. Вообще, может быть, действительно на этом персонаже я недооценивал хил с деревьев. Но сейчас-то, понятное дело, он полезен. Что тебе больше всего нравится в Братейта? Сама механика или возня с цифрами? Да тут механики-то особо никакой нет. Ну, возня с цифрами, потому что это, наверное, все-таки менеджмент, и менеджмент в игре самый интересный. Никаких механик-то здесь толковых нет. Не, они есть, конечно, но они не, в привычном понимании не геймплейные, наверное. Не думаю, что это нужно. Да. Нет. Отлично. Так, тоже неплохо. Хайпово. Лочим. Можем компенсировать обратно лимонадом. Может быть, все-таки я реально ошибся. Нам главное 30 мувспида набрать. Тогда мы точно сможем хилиться даже с деревьев. Менеджмент Братейта, ход по большей части просто цифры, действительно, но он все еще интересный. В том же Space Gladiators, просто там к цифрам подвязаны еще и всякие способности. Поэтому там, конечно, это поинтереснее ощущается, но игры разного калибра, разного жанра. Так что это, наверное, нормально. Кража жизни, регенерация минус сбор. Ну, сбором не хочу жертвовать. Скорость атаки, крит, дальность не надо. Блин, сбор сейчас даст, конечно, приятно, но мувспид. Извините, но мувспид. Ну что я могу сказать, пока идет очень комфортно. Пока. Возможно, в какой-то момент нам будет не хватать все-таки ресурсов.
Блин, пацифист, конечно, реально супер имбовый. Ну, то есть я сейчас занимаюсь херней, которой занимался бы на пацифисте, но при этом я получаю меньше эфорта от этого. Но я все еще играю, я все еще не сдох. Еще одного шокера, конечно, маловато будет на мумии, я думаю. Макс З. Просто ради здоровья возьмем. Удар стихийный урон бесполезно. Ролл. Сбор. Снова купон. Медпушка. Факел 4-го тира. Хочешь, бери. Блин, ну потеряем уклонение. Не хочу терять уклонение, блять, шокер. Как же не хочу терять уклонение и как же не хочу брать шокер. На зуба нет на замедление? Есть. Хорошо. Дальний сбор уже звучит как не самая плохая идея. Я курсор свой потерял. Вообще, что точно на нем звучит как неплохая идея, так это копилка. Куча урона с генератора энергии. Ну зачем нам урон? Мы все равно не будем убивать. Так, здоровье. Возьмем здоровье, наверное. Броня слабенькая тоже, но... Может, как-то броню взять? Блин, вообще все остаты, которые выпали, я бы их вот просто взял бы и все. Взял бы и все. Так. Короче, жизни пойдет хоть какая-то. Это тоже отлично. Шокер синий, шокер синий. Блин, мы красный шокер, наверное, никогда не соберем. Ладно, я, наверное, все-таки возьму один шокер. Мне кажется, ну, типа, два лучше, чем один будет против больших толп. Да и вероятность его собрать в красное реально выше. Попробуем уклонение где-то еще настакать. Плюс у нас краж жизни есть, которую с рейнджовых пушек прокать приятней. Ой, ты, блядь. Когда они уже диспавниться-то будут? Окей. Много коробок взяли. Ну, очевидно, что у меня с выживаемостью есть некоторые трудности сейчас. Иначе быть и не могло. Очень много деревьев, кстати. Удивительно, что мы их еще можем собирать как-то. Они так хорошо спавнятся по краям. Бесплатно. Разобрать, разобрать. Здоровье. И еще здоровье. Бля, надо было взять разборщик. Это мы забираем. Это наш красный шокер. Скорость. Ох ты, что происходит? Волна, где будет очень много противников.
В Doomkeeper, ну, можно еще высасывать контент, конечно. Но на самом деле она довольно однообразная, поэтому я в нее пока что не горю желанием играть. Ее патчить будут 100%, там будут героя нового добавлять. Может, еще какой-то контент завезут. У меня сейчас там осталась максимальная сложность, которую я еще не прошел. И в ней геймплей вместо ультраприятно чилового, чем мне и понравился оригинальный Doomkeeper, становится мега душным, где 10 минут тебе дают в шахте покопать. Ну и плюс там уже надо в совершенстве понимать, как работают апгрейды. И реализовывать их также в совершенстве. Так, здоровье, просто здоровье. Пох на дальность. Крылья. Потом шокер. 36% мувспида. На самом деле с мувспидом можно завязать. Этого хватит нам. Как минимум, мы можем завязать с мувспидом из левелапов. Блин, реально, была бы свинья-копилка, и все. Это абсолютно брокен предмет. Вообще забавно, насколько брокен в братейте билды, где тебе, наоборот, не надо убивать противников. Не, ну мы без свиней неплохо справляемся, поэтому даже не страшно. Перегородили деревья, гады. А уклонения у меня нет, чтобы так брать и заходить в толпу. Ну, бесплатно. Так, броня. Да. Шокер. Красный шокер. 4 выстрела делает. Очень погерсно. Здоровье. Блин, вообще... А, эта штука компенсирует дальность. Вот я хотел сказать, что у нас отрицательная дальность, но мы уже компенсировали ее. Куча удачи. Может быть, окупится? Жалко, я не взял все-таки переработчик предметов, он бы точно окупился. Там на 35% больше за разбор получаешь. Для перса, который от деревьев играет и на удачу скейлится, это точно надо было брать. Блин, очень мало уклонения. Прям вообще ноль. И к этой волне у нас должно быть уклонение нормальное. Кстати, прокнули 9%. Ах! Да, тяжко на этой волне. Юзлис. 3 брони. 5 УЗ, минус 10 скорости. Возьмем. Додж нужен. Пожалуйста, дай мне уклонение, спасибо. Что-то у меня сомнение, конечно, по счастливому талисману, наверное, в пизду его. Вот что я скажу, 270? 270 за 300 удачи? Да и у нас 5 волн, да не, нах, дорого. Если бы я залутал с прошлой волны побольше, то, наверное, бы взял. Нам сейчас нужно уклонение рашить. А не в инкам вкладываться. Потому что куплю здесь хп и 3 регена в секунду. Да, согласен. И худи еще. Но это уже жир. Я просто из-за того, что сейчас уклонение в говне, я и теряю ресурсы. Ну, 4 предмета взяли. Удобнее мышка без автонаводки. Для таких билдов, да.
Для обычных билдов нет. Так, реген, здоровье. Меньше отхила с фруктов, но ничего. Еще один купон. Чё-то я сомневаюсь, что она окупится, если честно. Пошел ты нахрен. Знаете, мне и с моим шокером неплохо. Есть вариант вообще ножницы взять, но не надо. Уклонение за 180. Дорого, а что поделать? Еще и стат минусует, но нам нужно уклонение хоть какое-то. Он бы дал больше, чем 32 голды. Не уверен, если честно, потому что мы дешевый предмет покупаем. И разве я его за 32 продал? Сильно зависит окуп еще от того, реально, сколько стоит предмет. Дайте деревья мои. Дайте мне мои деревья. Я помню, здесь было дерево. Найс. Спасибо. Нет. Да. Нет. Нет. Блин, додж нужно. Мне нужно додж, но я не могу ролить по 40. Это очень дорого. Шокер. Додж, сбор, охуенно. Регенерация УЗ плюс 2 за 170. Дорого. Да, блять. Нет, я не буду читать твое сообщение, прокоплю. Неплохая попытка отсидеть свой тайм-аут, который сам же попросил, но... Нет, дружище. Я вижу слово копье, мне... Все, у меня... Черное пятно вместо глаз. Вообще... Не очень хочется, конечно, но вместо одного шокера можно было бы взять медган. Блин, мы настолько быстрые, то что в нас не успевает затягиваться лут, который из деревьев выпадает. Краш жизни, бесплатно. Больше деревьев. Поздно, конечно, но... Так, скорость атаки, дальняя скорость. Много брони и так. Блять, ну, сука, ну придется еще скорость брать. Медган. А надо? Или два шокера лучше? Блин, мы потеряем 5 сбора. Но это не страшно. Ищи 275 стоит, ёпта, я не знаю. Не, мало уклонений. Так я не вместо ладошки, а вместо шокера. Я просто не знаю, хватит ли нам одного шокера. Блин, 18-я волна вроде очень душная, я попробую. Типа на замедление шокера, ну, наверное, по барабану. Много, конечно, дал за мидган. Мне фиолетовый не сильно-то и нужен был. Мне бы синего хватило. У нас
ну, довольно плотный персонаж, кстати, стоит заметить. Нам все, что сейчас нужно, это уклонение, все. Сколько у нас? 27, ну мало. Бесплатная броня, окей. Бесполезно. Апгрейд ладошки. Я думаю, что поздно для апгрейда ладошки. Поздно для утилизатора. Уклонение. Хоть какое-то, хоть какое-то. С нашим спидом, наверное, и большой картой не так много уклонения нужно, но... Приятнее ведь, когда у тебя цифры доджит, а не ты сам. Слушайте, даже если этот ран будет слит, можно уже говорить точно то, что играть на этом персонаже как за пацифиста все еще worth it. Кража жизни тоже, спасибо. Так, три уклонения мало, три брони бесполезно. Скорость атаки useless. Отлично! Отлично! Сбор юзлис. Не берем. В поисках уклонения. Кулак. Nope. Ха, призрак. Да ну нах, я ваншотный с ним. Ну, не судьба. Не судьба нам еще уклонение найти, но 40% неплохо. Блин, лучше бы я не ломал деревья эти. Короче, стараемся деревья по максимуму не ломать. Будем использовать их как хилки. Хотя вроде... Я не знаю, уже это сделали или нет. Вроде как фрукты... Не засасываются, если у тебя фулл хп, либо это собираются сделать. Долбанули, кстати, больно. Засасывается пока, окей. Ну тогда деревья действительно халдить лучше. Ну у нас как-то и нет тут ситуации, когда нужно деревья халдить, если честно. На краешке просто выбегаем. Но главное, что выбегаем. Эз, боже, как же легко мне дается эта игра. Мы ничего не открыли, потому что я на нем проходил оффстрим на нулевой сложности, просмотрел, что за персонаж.